Каждому из этих деревьев присвоено свое имя. Владу Коротких сейчас 8 лет. Он из династии пожарных. Еще его прапрадед по фамилии Климов служил в противопожарной охране Верхнеудинска. Ему, как продолжателю династии спасателей, поручено посадить сразу 3 дерева в честь своих родственников – огнеборцев. Моего прадедушку звали Иван Сергеевич. Он работал в пожарной охране. Это дерево я посадил в честь него. Еще одна династия огнеборцев – Бокаревы. Глава семьи отдал противопожарной службе 43 года. Ну и вот и сын мой пошел по моим стопам. У меня дочь работала тоже в системе МЧС, на пенсии уже. Вот такая молодая. Ну и все, дело продолжается. И жизнь... Теперь сын ваш будет ухаживать за этим деревом? Теперь да, сын будет ухаживать, конечно. Теперь, конечно, мы вообще будем ухаживать за всей этой аллеей, так как эта аллея посажена в честь юбилея нашей профессиональной службы и наших отцов, наших ветеранов. И еще один из легендарных огнеборцев – Александр Аксенов. Именно он и его товарищ стали инициаторами акции памяти, посвященной ветеранам Великой Отечественной войны и столетию противопожарной службы. Мы разобьем, посадим 100 деревьев, и через 3-4 года здесь зазеленеет целая роща и яблоневая, и кленовая, и грушевая. Так что я считаю, что мы, наверное, сделали доброе дело. А со временем в этом месте будет заложен памятник всем тем, кто ушел из жизни, погибшим нашим товарищам. Намсарай, Намсарай. Сергей Костенко. Новости дня.